Итак, сегодняшний рассказ о чемпионате Европы по тхэквондо. Мы начинаем с женской весовой категории до 62 килограммов. В финале сойдутся турчанка, очень опытная Ирем Яман. И ее соперницей будет Энин Вие из Франции. Первый номер мирового рейтинга. Это я про турчанку. Против девятого, против француженки. Очень опытные спортсменки. Несмотря на то, что каждый из них по 20 лет всего лишь, уже имеют много регалий. К сожалению, ни Яман Ирем, ни Энин Вие не смогли отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Большая конкуренция, серьезнейшая в этой весовой категории. Но зато расскажу, чем могут они похвастаться. В своей карьере турчанка Ирем Яман выиграла самую главную свою медаль год назад в Челябинске на чемпионате мира. Она стала победительницей и новой чемпионкой мира. Вот вашему вниманию как раз та девушка, про которую я начал свой рассказ. Сегодня прошлась катком по соперницам из Германии, Азербайджана и соотечественницу из Турции победила в предварительных соревнованиях. Что касается Энин Вие, ее соперницы, то здесь гораздо все сложнее. Например, в 1/4 финала Даниэла Ротала из Италии составила серьезную конкуренцию француженке и проиграла только лишь в третьем решающем раунде со счетом 1-2. Так вот, турчанка является действующей чемпионкой мира. Выиграла она свою медаль в столице Южного Урала в прошлом мае. Помимо всего прочего, она является чемпионкой европейского турнира. Чемпионата Европы среди юниоров 2014 года. И такой же турнир она выиграла в 2015 году. Среди юниоров равных нет. Ну, теперь среди турчанки, среди всех, наверное, спортсменок такой мощной, как Ирем Яман, в мире нет. Она все-таки выиграла золото чемпионата мира. Но вот на Олимпиаду, как я сказал, не попадает по рейтингу прежде всего. Слишком поздно начала она коллекционировать те заветные рейтинговые очки, что необходимы были для попадания в Рио-де-Жанейро. Я вам рассказывал в течение двух дней в рамках наших трансляций из Швейцарии, что поменялся коэффициент отбора на Олимпийские игры, точнее, сама система отбора поменялась существенно. Если раньше это было два турнира, европейский отбор и мировой, то сейчас это серии гран-при, этапы гран-при, на которых нужно зарабатывать рейтинговые очки в течение 3 лет. Одним турниром здесь не обойтись. И вот по итогам 3 лет лучшие из лучших из топ-10 только попадают на Олимпиаду. Так получится впервые. Это нововведение Всемирной Федерации Тхэквондо. Итак, мы готовы начать этот финал. Я напоминаю о правилах. Электронная система жилетов, сенсоры и датчики специально находятся и в жилете, и в шлеме. Как раз сейчас и проходят они проверку. Все работает. И центральный рефери готов дать старт первому финалу субботы. Слева в синем протекторе у нас турчанка Ирем Яман. И справа ее соперница в красном протекторе из Франции Энни Вие. Про турчанку все я вам рассказал, про француженку немножко. Ей тоже 20 лет, она выиграла юниорский чемпионат мира еще в 2012 году, выиграла в том же году серебряную медаль на чемпионате Европы. Ну а самое главное, что она была на прошлом чемпионате Европы среди взрослых уже в 2014 году, раз в 2 года проходит первенство континента, бронзовым медалистом. Так что среди взрослых чуть больше, наверное, опыта у француженки, но на прошлом чемпионате мира, зато она не так удачно выступила. Переходим к тому, что происходит на корте. Каждый раунд из 3 состоит из 2 минут. Если ничья по итогам 3 раундов, то дополнительный 4-й до решающего уже удара. Я вам сказал, что система электронное судейство, есть специальные сенсоры и датчики. В корпус, если бьешь из любой стойки, прямой удар ногой дает тебе возможность заработать 1 очко. Если это атака с разворота, то сразу 2 или 3 очка. Ну и максимальное количество баллов зарабатывают спортсмены, попадая сопернику в голову, в шлем, причем четко. Это 3 очка. Пока счет не открыт. 0-0. Из правой стойки работает француженка. Левой опорной ногой пытается маневрировать и передвигаться активно по корту ее соперница из Турции. Сосредоточенный взгляд у Энин Вие. Готова она, наверное, сделать то же самое, что было в полуфинале, когда уже в первом раунде она фактически решила свои все проблемы с выходом
в финал. Причем атаки были именно из правой стойки. Сейчас происходит то же самое. Смотрите, резкий удар у француженки. Турчанка здесь немножко побаивается. Да, даже чемпионка мира знает, что может пропустить от француженки, которая и пониже ростом, и по маневренней. Смотрите, какая растяжка и какие мощные ноги у француженки. Хорошо двигается, прыгает. Что ж, первый раунд по нулям. Разведка боем. Здесь никому предпочтение отдать не получается. Равная совершенно тхэквондо. Я напоминаю вам, что у сборной России до сегодняшнего дня было 6 медалей, 5 бронзовых и 1 золотая. Вчера отличилась Татьяна Кудашова, наша юниорка, еще совсем недавно, сейчас уже в первой сборной. И вот пришел этот успех к Татьяне весьма неожиданно. Не все ждали от нее победы. И она вчера приятно удивила. Татьяна Кудашова, новая чемпионка Европы. Вчера она участвовала в нашем прямом эфире. Если вы не слышали, то Татьяна является очень скромным человеком. Сказала, что да, конечно, рассчитывала на то, чтобы ехать сюда, не отбывать номер, а выигрывать, побеждать. Но знала, что соперницы очень сильные. И все же у Татьяны все получилось. Она новая чемпионка Европы. Сегодня, к сожалению, поддержать этот приятный порыв и продолжить коллекцию медальную сборной России не получилось. Хотя все ждали от наших лидеров и тех людей, которые поедут на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Я имею в виду Анастасию Барышникову и Альберта Гауна. Прежде всего, удачного выступления. Это их фактически последняя проверка перед Рио. Проверка с самыми серьезными соперниками, но и Настя, и Альберт не дошли даже до полуфинала. Оба проиграли свои поединки в 1/4 финала, причем в борьбе. В одном случае был дополнительный раунд, в другом случае там все решил один удар, причем достаточно хлесткий такой, скользь. Но Альберт и Анастасия, Барышников и Гаун остались без медалей. Это, пожалуй, главная сенсация. Эти российские спортсмены были фаворитами чемпионата Европы в Монтрео. Поэтому сегодня у нас по нулям у сборной России, собственно, как и счет в этом финале. Остаемся мы с 6 медалями после 3 соревновательных дней. Но завтра есть неплохие шансы. На корт в Швейцарии выйдет наша чемпионка мира. Первая пока и единственная в истории России. Ольга Иванова из Челябинска. Выйдет и чемпион Европы Владислав Ларин. Юрий Кириченко будет выступать в те самые тяжелые и престижные весовые категории. Так что поболеем, попереживаем. Прямой эфир не пропустите в 18:00 по московскому времени на канале «Наш спорт». Завтра турнир в Швейцарии заканчивается. А в этом финале далеко до эпогея, далеко до кульминации, потому что пока ничего не ясно. 0-0 было в первом раунде, уже 14 секунд, даже меньше, остается до конца второго, по-прежнему 0-0, и я бы, наверное, на месте рефери центрального призвал бы финалисток поактивнее вести этот финал, все-таки это для зрителей, не самое зрелищное тхэквондо в начале сегодняшнего дня. В этом финале очень уж нервничают и турчанка, и француженка. Понятно, что на кону звание чемпионки Европы, но вместе с тем нужно не забывать, что тхэквондо призвано дарить красивые атаки нам, зрелищные удары, особенно в прыжках, с разворота. Вот они, великолепные планы Монтрео, город у подножья швейцарских Альп. Причем такая размеренная жизнь и такая богатая, что кажется, что ты попал в сказку. Вот здесь была близка к тому, чтобы открыть счет турчанка. Смотрите, правая опорная нога и левый две атаки в корпус проводит. Француженка отвечает ударом с разворота. Хитрый прием, но ни у одной, ни у другой ничего не вышло. Счет 0-0. Сегодня выходной день. Зрителей достаточно на трибунах в центре единоборств Монтрео. Универсальный спортивный комплекс. Здесь же проходят соревнования и по волейболу в рамках мировой лиги. И швейцарцы с удовольствием приходят на стадион. И по билетам не самые дешевые, но вообще и Швейцария не бедная страна. В пределах 20 евро хороший билет на центральную трибуну.
и швейцарцы пришли поддержать. Причем своих-то вряд ли, потому что Швейцария пока с точки зрения тхэквондо далека от лидеров мирового сезона. Но знающий толк в этом виде спорта, поклонники в Швейцарии есть и с удовольствием сейчас наблюдают за развитием событий. И мы вместе с ними, конечно же, минута 20 до конца третьего раунда. Поактивнее стала действовать турчанка. Она, я напоминаю, в синем протекторе. И француженка Энин Вие в красном. Вот здесь со спины опасно выходила из атаки француженка. И турчанка могла наказать за эту оплошность, но не дотянулась. Ноги очень длинные у Эрем Еман. Удивительно, почему она... Вот здесь в голову показалось, что будет бить в корпус турчанка. Вы видели, да, как обхитрила сейчас Вие. Она показала, что будет бить в корпус. Руки опустила француженка, даже и голова склонилась вниз. И тут молниеносная атака в голову на 3 очка от Эрем Еман. Блестящий профессионал, представитель сборной Турции. И сейчас этим роскошным ударом она, наверное, обеспечивает себе титул чемпионки Европы. Я напоминаю, что в прошлом году она стала чемпионкой мира. И вот год спустя еще один большой успех. Вряд ли сейчас что-то получится у Энин Вие. Нужно отыгрывать аж 3 очка. Значит, также попадать в голову или, по крайней мере, бить с разворота в корпус. Вряд ли за 10 секунд это получится. Вот так одним ударом все решила турчанка. Сейчас добавила еще одно очко в свою копилку. Уж совсем шашкой на голову пошла француженка. Атакует, не думая об обороне, и пропускает дальше. 5-0. Великолепная победа, возникшая, по сути, ниоткуда. Да, равный бой, один точный удар. Но она его выцеливала, вы видели. Обхитрила, на повторе посмотрим. Удар в голову роскошный, просто-таки роскошный. Тут же обнимается с личным тренером, с президентом федерации тхэквондо Турции. Это сейчас руку пожал Энин Эрем Еман, президент Европейского союза тхэквондо, господин Прогалос. Все почетные гости следили за этим финалом. Распишите, получите, называется, сказала турчанка своей сопернице. Да, заманила она в ловушку Энин Вие, и та уже ничего не смогла поделать.